За пятницу и выходные дни на дорогах страны произошло 26 ДТП, в которых 2 человека погибло и 27 получили травмы различной степени тяжести. Задержаны 126 нетрезвых водителей, из них 26 в Могилевской области, где работали экипажи спецподразделения ДПС «Стрела МВД». Пресечено 359 фактов управления транспортными средствами без прав. За нарушение правил обгона оштрафованы 130 водителей. Более 1300 пешеходов и около 650 велосипедистов привлечены к ответственности за различные нарушения правил. Из них 196 находились в состоянии опьянения. Ранним утром пятницы в Бобруйске наряд ДПС остановил микроавтобус «Citroen», который осуществлял доставку товара. 38-летний водитель находился за рулем в состоянии опьянения, а свидетельствами показало 0,7 промилле алкоголя. Ночью с пятницы на субботу в Бобруйске сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Opel», за рулем которого находился 30-летний бобруйчанин. Водитель в марте текущего года был лишен права управления за нетрезвое вождение, а свидетельствами показало 1,1 промилле. В ночь с субботы на воскресенье в Могилеве задержан 17-летний бесправник, который управлял мотоциклом «Минск» в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское свидетельство показало наличие 1,4 промилле в выдыхаемом воздухе.